Привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня расскажу вам о том, как я боролась с шелушениями кожи. Не знаю от чего, но внезапно в один из дней я проснулась, умылась, нанесла свое обычное уходовое средство, начала делать макияж и обнаружила, что у меня кожа просто сползает вот на Т-зоне, на лбу, просто сползает кусками. Возможно, какое-то из предыдущих средств я использовала, которое вызвало такой эффект. Затрудняюсь сказать, от чего это возникло. В том, что макияж лег плохо. И я решила, что не хочу такого же на следующий день. Поэтому вечером применила несколько шагов по уходу. И на следующий день кожа выглядит гораздо лучше. Следующий день — это сегодня. Да, есть еще небольшие шелушения, но макияж лежит гораздо лучше. Все выглядит гораздо более прилично. Нету таких прям кусочков болтающейся и торчащей кожи. Поэтому даже поры, в принципе, вполне хорошо выглядят. Причем я не использую свой обычный тональный крем сейчас. Ничего специфического. Никакого специфического утреннего ухода. Все как обычно. И что же я сделала вечером? Во-первых, я воспользовалась устройством для чистки, ультразвуковой чистки, Dermaflash. Я делала обзор на канале на него раньше. Мой есть у меня, я оставлю внизу ссылку на мой обзор. Это устройство для ультразвуковой чистки, такое же, как практически, как используют в салонах. Единственное, что не нужно идти в салон, и можно совершенно спокойно сделать эту чистку дома. Оно очень нежно удалило все излишки кожи, не отрывая кусочки, да. Если бы я делала физическое отшелушивание, я бы травмировала кожу, я бы терла что-то чем-то, каким-то скрабом, либо полотенцем. Здесь просто тихонечко проходит ультразвук и снимает все, что можно уже снять. А все, что еще как бы вроде как нельзя снять, оно там остается. В общем, очень нетравматично, очень спокойно сняло все лишнее, но кое-что осталось. Это первое, что помогло. И второе, я заметила, очень помогает нанесение на ночь сыворотки от Acure Brightening Super Green Serum. Это маслянистая сыворотка. Не сказала бы, что это прям смесь масел, но это маслянистая сыворотка. Она более легкая, чем масла, но такая она ощущается все-таки маслянистой. Не полностью, не впитывается, как сыворотка на водяной основе. В стеклянной бутылочке, очень качественная. Это, пожалуй, единственный продукт от Acure, PsyHerb, который мне прям очень-очень понравился и который я буду повторять, возможно. Стеклянная, непрозрачная абсолютно бутылочка, очень качественная упаковка, очень хорошая сыворотка. Здесь масла. Кейл, это у нас, по-моему, шпинат. Спирулина и брокколи. Спирулина — это, по-моему, морская капуста. Очень необычные масла. И вот я заметила, что ее использование этой сыворотки на ночь. Я использую мои легкие сыворотки сначала, потом ее, а потом ночной крем, либо ночную маску. Не после крема, потому что это не совсем все-таки масла. Ну, то есть это масла, но более легкие. Если вы понимаете, о чем я говорю, чем обычно масло. Обычно там есть смесь каких-то таких тяжелых масел в сыворотке, которая именно не сыворотка, а масла. Фух, сложно. Сложно это объяснить. Надеюсь, вы понимаете. Напишите мне в комментариях, если объясняю не очень. В общем, сыворотка легкая. Для моей смешанной склонной к жирности кожи подходит отлично. Никаких неприятных ощущений, ложась спать, не испытываю, прилипания к подушке не испытываю. В общем, мне нравится. И она действительно на утро кожу делает более гладкой, более напитанной, увлажненной. И все вот эти шелушинки немножечко сглаживаются. Понятно, что они будут дальше отшелушиваться, но именно на следующий день они сглажены. Поэтому выглядит все гораздо-гораздо лучше в зеркале. Вот, собственно, я думаю, что это два основных шага, которые позволили мне выглядеть сегодня лучше, чем вчера.
с шелушащейся кожей. Все остальное я не меняла, все остальные средства ухода все те же самые, поэтому оставлю ссылочку внизу на оба средства, и на Herb, на Cure, и на, по-моему, я брала на Cult Beauty, на Dermaflash. Я всегда хочу поделиться какими-то своими вот находками в таком плане, потому что знаю, что не одна я могу страдать от таких проблем. Надеюсь, все это было полезно. Если да, поставьте лайки, не забудьте подписаться на мой канал, и увидимся с вами в моих следующих видео. Пока! Что, звезда? Пушистая звезда.